Я принял решение об отмене перехода на зимнее время, начиная с осени текущего года. И даю об этом соответствующее поручение правительству. Да, мы не будем переходить на зимнее. То есть нам, мы один раз испытаем еще неприятность, потому что как раз переход на летнее время всегда это уменьшение сна на один час. Ну, такой неприятный момент. Но после этого уже неприятности закончатся. И в то же время у нас будет пролонгированный светлый день. Вот. Мне кажется, что это было бы интересно и для нашей страны, в общем и целом, скорее полезно. Меня, во всяком случае, люди об этом неоднократно просили. Мы довольно долго проводили серьезные исследования. Мы действительно привыкли каждую весну и осень переводить стрелки часов, и все по привычке на это ругаться, потому что реально нарушается биоритм человеческий, все это раздражает, там все либо просыпают, либо просыпаются рано и не знают, куда себя деть в течение лишнего часа. Но я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки там приходят к ним в другое время.